Неожиданный приход Дениза в суд всех взволнует, хотя это и было больно. Но Денис понял, какие чувства испытывают друг другу Назлы и Ферет, но узнав, что у них фиктивный брак, открывает новую страницу. А Назлы с Феритом вынуждены с одной стороны убеждать всех в своей любви, а с другой стороны контролировать Дениза и Асуман. Ситуация между ними становится все напряженнее, а выдвинутые Денизом условия всех очень сильно удивит. А посмотреть уже с большим нетерпением 20-ю серию наш уважаемый зритель сможет после 19 ноября.